Сборы службы весового контроля в Башкортостане снизились за 3 года почти вдвое. С почти 300 миллионов рублей в 2016 до 156 в 2018. Средства поступают в бюджет республики и дорожный фонд региона. В Госкомитете Башкортостана по транспорту сообщили о реорганизации, созданной в 2012 году структуры. Значит, работа по реорганизации службы весового контроля в Центр организации дорожного движения дополнительными задачами Центра организации дорожного движения к имеющимся задачам по организации весового контроля и организации системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения будут также являться ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, и разработка и подготовка документации для проведения конкурсных процедур по организации перемещения транспортных средств на специальную стоянку. В числе причин снижения поступлений ведомстве называют отстранение в 2016-м от работы сотрудников ГИБДД. У специалистов службы весового контроля нет компетенции останавливать автомобили. Кроме госавтоинспекции, такими полномочиями обладают также представители Ространснадзора. В связи с этим Госкомитет по транспорту планирует обратиться в Федеральный Минтранс с предложением организовать совместную работу.